А перед началом данного видоса хочу вам рассказать про свой шоп Хищник Store. Здесь мы недавно провели редизайн. Также теперь в этом шопе мы покупаем аккаунты на Aris Mine, Funtime, Holy World, Real World. И также на каждый из этих серверов мы их продаем. Поэтому по наличию, по ассортименту аккаунтов можешь спросить в личке этой группы, в личке Хищник Store, спросить, что там есть на Aris Mine, Funtime, Holy World. То есть теперь это возможно и теперь это реально. Здесь опять же нет никакого скама. Все отзывы можете почитать. Ссылочка будет в описании. Цены довольно-таки приятные. Здесь можно купить тигра без скама, без восстановлений, и также на те же Aris Mine, Funtime, Holy World и так далее. Поэтому ссылочка в описании, Хищник Store вас ждет. Погнали к видосу. И всем здорово, народ, с вами снова Агодзилка. Сегодня ролик на сфере Real World 3.0 после перевайпа. Сегодня буду речь о том Dream Pool. Раньше уже снимал с этим софтом. Может, кто-то помнит, на видосе собрал целых 20 чем-то тысяч просмотров. И сегодня я решил опять снять с этим читом, потому что актуальность легит софтов на реливорде только возросла. У нас подняли цены на разбаны, теперь разбан стоит 300 рублей. У нас увеличили срок бана на целых 50 дней, у нас теперь он стал, то есть увеличен на 20 дней. И срок бана стал целых 50 дней. Стали супер часто вызывать проверки даже за то, что вы стоите АФК. И с читом Dream Pool вас уже ни на какой проверке, ни за какие читы вообще не забанят. Поэтому с этим софтом, если вы хотите его приобрести, можете узнать промокод Godzilla на целых 15% скидки. И с этим софтом, с учетом того, что вы сэкономите на промо деньги, так вы еще можете экономить деньги на разбанах. То есть каждая ваша проверка, можете 300 рублей себе в карман как бы за разбан откладывать. И так, за две проверки вы полностью окупите софт, потому что вас как бы не банят. В чите есть функция self-destruct, дальше вы удаляете лоудер с вашего рабочего стола, допустим, и все, больше никакого софта у вас нет, никакой модер не найдет его на проверке. Также лодер можно закинуть на флешку, как это делают с обычными легит софтами. Сегодня с ним поиграем, вот он уже, если что, он за инжекшн. Здесь у нас присутствует триггербот, хитбоксы, партиклы дополнительные, также здесь присутствует функция self-destructа, здесь есть софт-лист. Также по визуалам здесь есть всякие прикольные визуалы, можно включить фан-коллер, чтобы у нас поприкольный худ выглядел. Есть у нас shift-tab, это у нас вот такая вот темка, бац-бац-бац, видим, что я остановлюсь на shift, она, если что, проходит только тогда, когда у нас проходит удар по типу, то есть присутствует нормальный такой функционал. Софт работает очень просто, мы заходим на официальный сайт, здесь нажимаем скачать, у нас скачивается архивчик, дальше мы удаляем старый лоадер отсюда, у нас, если что, никакой софт не пропадает, вот я лоадер удалил, а софт остался, так это делается и потом. Дальше закидываю новый лоадер с официального сайта, запускаю его от админа, чтобы показать, что никаких вирусов тут нет, его можно и по дефолту запускать. Дальше ввожу просто свои данные от моего сайта. И у меня автоматически инжектится софт под версию Forge Optifine, допустим, 1.16.5, и все, и мы играем. Да, если что, это легитный софт, подходит под каждый сервер 1.16.5, и обходы свои, конечно же, здесь отличные присутствуют. Давайте-ка зайдем на релик. В общем, вот так красиво это все выглядит. У нас этот софт не жрет супер много FPS, то есть на том же RTP у меня будет FPS так же, как и в обычном майне. Мы, по сути, играем просто в обычном майне, но при этом у нас присутствует пару дополнительных функций по типу как триггербот, по типу как хитбоксы, по типу как aim assist и так далее. Сейчас или релик дудосит, или что, у меня никакие функции не включены, я играю вообще, тут галочки мувмента нету, потому что это полностью легитный софт. Как видим, у меня здесь какие-то вообще баги, флаги присутствуют, но это, если что, RW момент. Сейчас я этого всего подожду, потом пойду а вот, слишком сильно лагает, да, ребят, это сейчас такой релик. В общем, сегодня побегаем на релике, поубиваем типочку, будем играть, я, конечно же, на легите. Очень много софтеров, против них будет очень потно, но при этом сегодня похожу до эльки, покажу, как софт себя показывает в его идеальной среде. А идеальная среда — это убийство ансофтеров, и это все как бы очень круто, потому что если вы с ХВХ, с софта рейджом бьете ансофтера, вас могут забанить, а с этого софта вас уже никто не забанит, а вы и так имеете преимущество, потому что у вас как бы хитбоксы, триггербот и так далее. В общем, сегодня погриферим, пойдем сейчас в дуэльки поиграем, а с вами я Годзилка, погнали к поп-моментикам, погнали на дуэльки, что-то такое, короче, погнали дальше. Итак, ребят, перед поп-моментами подписчик решил дать поклон на рек, сказал, что в честь перевайпа, в честь того, что я, типа, все, у меня сетнули нафиг мне шар, короче, перевайпнули шарик броненосца. Сейчас подписчик сказал, что даст мне еще один шарик, поэтому сейчас подождем, пока он зайдет. Должен он ТП кинуть. Винди ЮА, вот все. Подгончик, вот он показывается, вот он все показать. Сейчас, наверное, даст мне шарик. И сегодня же с этим шариком, может быть, немножко погриферим. Это будет, конечно, опасно против хаухашеров. Да, вот сервер еще так лагает. Все, огромное спасибо за шарик. Да, отлично. Короче, все, компенсация теперь есть. Теперь уже не так расстроен с того, что потерял с прошлого момента. Короче, вот, все, отлично.
Отлично, вот такой вот ник. Все, короче, кайф. Спасибо большое. Так, нашел я двух типов на РТП. По Неру одного топ инвент с трезубцем. Он тут АФК стоит, чарит трезубец, все. Сразу минус первый. Ресы не берутся, это рилик лагает. Сразу бы в шалкер все откинуть, положить. Сразу его тиммейт подлетает. Сейчас попробуем против тиммейта ППХ. Рилик очень лагает. Рилик очень лагает. Попробуем против тиммейта его по ППХаться сейчас. Почти на ансофте у меня... Что с сервом, ребят? Что с риликом? Почему рилик так лагает? У одного трезубец вроде выпал, да? Он, наверное, не на проклятку был, вроде выпал. Все, тотем второму дал уже. Рилик, походу, разлагал или что. Я к Тиме не могу. Что за дичь? Что за рилик? Я не знаю, они что, меня байтят? Ансофтеры жесткие. Гэппл, ес. Посмотрите рилик, посмотрите рилик. Чекайте рилик вообще. Я тогда чарку съем на мужика тогда. Так только на мужика делают. Все. А! И что? Что? Я разбился. Он тоже разбился. Я не знаю. Все, что за дичь? Повезло, что я тут хом недалеко поставил. Эти типы все еще не разобрались с ресом. Все, я КТ дал. Сразу убиваю. Получается, все последние рез залутал. Последние. Вы видите, как рилик лагает? Я прям как чувствовал, что нас кикнет. Прям чувствовал, что типа кикнуло, что меня... Тягун 3! Подожди, тягун 3! Тягун 3 за чар. Тягун 3. Верность 3. Все, короче... А, это чел, короче, трезубец чарил. Тягун 3, верность 3, трезубец. Короче, сейчас пойду сам его зачарю. Повезло, что я хату тут поставил. Повезло, что хом поставил. Даже перка не тэпает. Смотрите, как КТ идет. Меня еще за читы кикнуло раз. Фух, не в КТ, повезло. Фух. Все. Короче, рилик, я не знаю, рилик лагает очень жестко. Какая-то дичь. Зато плюс трезубец, плюс верность. Короче, я вообще не понимаю, что с риликом. Так, значит, тип. Кинул типу дуэльку на незерке. Сейчас попробуем против него попенить. Я включу все хитбоксы и попробую прям жестко запотеть. Как с этого стрелять? Так стрелять? А, нет, да, вот так стрелять. Все. Сейчас попробуем выключить триггербот. А хотя ладно, пофигу, с триггерботом будем. Просто с триггерботом биться. Тут нужен скилл, так как это полностью легит. Чтобы нас там не вызвали на проверку и так далее. Приходится юзать все своими руками. То есть, плата за легит — это то, что вам приходится играть своими руками. Да, еще рилик подфлагивает. Капец, чел улетает просто от меня. Так. Но я играю не полностью своими руками. То есть, я сам своими руками навожусь, а вот бьет за меня триггербот. Да, то есть, вот, все, я типа проношу. Конечно, софт намного лучше выходит, чем этот тип старается. То есть, я, по сути, каждый свой удар не промахиваюсь, а он раз через раз промахивается. Есть некие такие флаги рилика из-за полублоков, но, типа, видим, я побеждаю. То есть, вот так вот у нас работает софт по легиту. По сути, вы просто включили триггербот себе. Так, массивчик, MC, массивчик. Сейчас сетхом ГГ, быстренько сетхом ГГ НР. А, ну все, он ливнул, я хотел какие-то император взять. А, он ливнул вообще из майна, может он перезайдет сейчас? Он ливнил, он... А нет, он не ливнул, у него нижняя подчеркивает, массивчик. Да, я думаю, я бы его за... А нет, у него за 4. Не-не-не, я бы не запинал все-таки. Окей, в общем, просто включаете триггербот, включаете хитбоксы и играете. То есть сегодня софт я вам показал, на дуэльках он работает отлично, на РТП тоже у нас нет никаких лагов подлагиваний, просто сам рилик иногда подлагивает из-за того, что дудосят, видим. И по сути на этом все. Софт хорошенький, можно с ним играть, если вы фанат легит софтов, такие были раньше, очень много людей, помню, мне раньше писало посоветую легит софт, и как по мне, Dream Pool-то сейчас один, единственный такой нормальный легит софт на 1.16.5. Поэтому, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был я, Годзилка. А на этом мы с вами прощаемся и юзайте промо-годзилка.